Сегодня в продажу поступает вот такая вот Opel Astra 2012 года выпуска, автомобиль с родным пробегом 231 тысяча. Двигатель у нас 1.4 турбо, 140 лошадей на автомате. Кузов у нас универсал, как вы можете наблюдать. На 17-м литье, на новой резине. Машинка в очень хорошем состоянии для своих лет. Сейчас покажу салон. Есть по кузову буквально там несколько каких-то небольших дефектов. Ну, какие-то жизненные сколы, царапки. Вот здесь вот какой-то непонятный момент. Лак потрескался. Это у нас в связи с тем, что у них дермантин. Ну и, соответственно, с годами водительское сиденье. Вот приходит такой вид. Ну, ничего страшного. Как бы, в принципе, незаметно даже, можно сказать. Богатейшая комплектация, круиз-контроль, подогрев руля, кондиционер, точнее климат-контроль. Кондиционер заправлен буквально сегодня. Навигация работает, карты в принципе есть. Вот, салон в очень хорошем состоянии, руль не перешитый, руль родной. Как бы, с одной стороны чуть больше потер, с другой стороны как новый. Сзади также машинка. В принципе, салон как новый у нее. Ну, понятное дело, чуть-чуть на разводы не обращаем внимания. То есть это, естественно, отмыли, и все будет в порядке. Мы смотрим на состояние кожи, состояние обивки сидений. То есть она как новая. По подвеске нет ни единого стука. Двигатель после капитального ремонта. Масло не поджирает, не дымит. У машинки Биксенон.